Сегодня у нас с вами мега-день. Одесса Fashion Channel на открытии мега-интерьерного мега-маркета «Мега-дом». Территория «Мега-дома» — это своеобразная машина времени, в которой вы можете увидеть, как ваш интерьер будет выглядеть в будущем. Как думаете, Одессе не хватало такого мебельного торгового центра? Я думаю, что это правильно сделано. И открытие этого магазина, специальное открытие этого «Мега-дома» есть шаг впереди сейчас. Есть возможность заказать по своему разумению, по своей фантазии какое-то изделие? Этим направлении сейчас идет завод. Это значит делать люстры под заказ, делать специальные проекты, специальные люстры прямо для желания заказчиков. Какое место в жизни занимает домашний интерьер? Как вообще относитесь к этому? По сути, это как бы выражение внутреннего состояния, это пространство, это некая философия, я бы даже сказала. Вы спросите, что общего между Одесса Fashion Channel и Мега-домом? Элементарно. Мода начинается не с новой пары обуви или с красивого платья, которое вы оденете максимум несколько раз в неделю. Мода начинается с шикарного, уютного интерьера, который радует вас каждый день. Какими судьбами здесь сегодня на открытии? PR, BTL, ETL технологиями с Мега-домом и поддержка сайта Мега-дом. Делаем так, чтобы здесь было много людей, чтобы люди, которые сюда приходили, получали удовольствие, чтобы здесь встречались архитекторы, дизайнеры, будем делать выставки. Будут обязательно детские у нас конкурсы по детскому рисунку и по ручному прикладному детскому искусству, где детки тоже будут получать первые, вторые, третьи места и поощрительные призы. Скрупулезно относишься к подбору деталей интерьера? Очень серьезно. Это как обувь выбирать, как рубашку, как ремень, как брюки. Что последнее привнес в свою домашнюю коллекцию? У меня все в проекте. В том плане, что впереди ремонт, в который я вложу свою душу прежде всего. Кое-что подчеркну здесь от того, что увидел уже. Мне очень интересны дизайнерские задумки. Но это будет хорошая зима, одним словом. Мне нравится. И помните, мебель нужно покупать ради удовольствия, а не так, ради мебели. Это магазин «Характер», это дизайн-студия интерьеров. Мы производим мебель, продаем и доводим ее до идеального вида. Чем гордитесь из того, что у вас представлено в магазине? Ну, у нас различная мебель, начиная от МДФа до дерева. Различная цветовая гамма, текстиль очень красивый, различная стилистика. Мы можем соединять разные стили и выдавать красивую продукцию. Как думаете, чем отличается ваша компания среди конкурентов на рынке? Мы творчески подходим к нашему заказчику и с душой. Шаг построить такого рода торговый центр мебельный в Одессе – это правильный шаг? Ну, я так думаю, что да, потому что Одесса – это всегда был город, который славился какими-то своими традициями по архитектуре, дизайну. То есть я считаю, что это абсолютно правильное движение. Дизайн интерьеров – это настоящее искусство, позволяющее задорого продать кирпичом обложенный воздух. Как думаете, применимо ли понятие «мода» и «тенденция» в люстрах, в мебели, в интерьере? Всегда надо следить за тенденциями, потому что без этого не может быть. Это и дома, и что касается работы, бизнеса, это всегда надо идти впереди, не можете оставиться на одном месте. Как американцы говорят, что в объекте главное место расположения. А место расположения очень удобное, потому что соединяет несколько районов и очень удобно работать, и заказчики с удовольствием приезжают. Какая роль в вашей жизни отводится домашнему интерьеру, домашнему пространству? Ну, я считаю, что это
одна из основных ролей по причине того, что это то пространство, в котором человек находится ну, порядка 70% времени, которое он как бы собственно проживает. Поэтому сложно преуменьшить эту роль, преувеличивать ее можно бесконечно. Мега детский в мегадом. Уместно ли слово «мода», «тенденции», понятие да, домашнего пространства? Конечно, да. Мода есть мода. Она есть в музыке, она есть в искусстве, она есть мода в моде. Вот. И мода есть в интерьере. Я не люблю кич. Я люблю больше такой, знаешь, или френч, или английскую классику. Вот как-то вот у меня вот так вот получается. Мегадом – это совершенно уникальное пространство стиля и уюта, где ваши мечты о домашнем интерьере обретают совершенно реальные черты. Я думаю, будет излишне говорить о том, что Мегадом – это то самое место, где рождаются модные и по-настоящему стильные интерьеры. Одесса Fashion Channel прощается с вами. А то, что-то мы перетрудились, нам пора отдыхать.